приветствуем вас, друзья! Сегодня у нас будет обзор на умную лампу из Китая. Лампа именно не вся конструкция лампа, а сама та штуковина, которую мы вставляем в патрон. В последнее время эти штуки становятся очень популярны, многие заказывают, но я решил заказать одну для пробы и рассказать, хорошая она или не очень. Итак, вот так ее выглядит упаковка. Называется эта хренотень Mi Pou E27. Ссылка на нее будет в описании, в тот магазин, где покупал ее я. Также заявляет, что она жрет 5 ватт. Теперь давайте раскроем эту упаковочку и посмотрим, что идет внутри. В комплекте инструкция на китайском и английском языке, даже цветная. Вот, конечно, штрих-коды для сканирования, чтобы скачать программу для мобильных устройств. Управляется на основном с телефоном, поддерживает Android и iOS. Так, давайте первым делом скачаем само приложение, чтобы было у нас готово. Вот так выглядит программа, называется Play Bulb X. Качаем себе чудо с 14 мегабайтиков. На этом, думаю, сама инструкция уже не нужна, можно откладывать ее в сторону. Перейду пока к лампе. Лампа у нас идет вот такая, черного цвета. Сверху наклейка. Конечно же, пластик, но добротный, плотный, ничего не шатается, не люфтит. В общем, выглядит надежно. Итак, программу мы скачали, нажимаем открыть. Пока у нас нету ламп в сети, подключаем саму лампу вот сюда, вот как бы поставить, чтобы нам было хорошо видно. Давайте вот так. Круче. Так. Готово. Итак, включаем. Должен признать, лампа довольно-таки очень яркая. О, сразу нашлась лампа Mi Pou Smart Bulb. Нажимаем Connect. Нажимаем на эту лампу, и у нас появляется вот такое вот меню. Сделаем поярче, чтобы вам было видно. Управление светом, Music Player и сценарии. Давайте посмотрим сценарии. Радуга. Вот так выглядит наша радуга. То есть мы можем выбрать практически любой свет, из которых существует. Что ж, выглядит довольно круто. Прям можно устроить дискотеку с помощью этой штуковины. Проверим Light Control. Тот же принцип. Можем выбирать цвет, который нам хочется. От зеленого, синий, любой, фиолетовый. Настроек очень много. Также есть опция Shake. Мы можем менять освещение с помощью того, как стряхиваем телефон. Думаю, в компании на вечеринке довольно прикольно. И последний — это обычный свет, который мы можем переключать вот так вот. Тут же можем выбрать яркость, и должен сказать, на максимальной он таки очень яркий. Кроме этого, в программе можно выставить таймер, то есть поставить, когда лампа должна включаться в одном режиме, в третьем, допустим, режим ночной, когда это начинается, когда заканчивается, и какой свет с каким оттенком будет в это время работать. Ну и в настройках, кроме изменения названия лампы по Bluetooth, можно также поставить пароль, дабы кто угодно не мог к ним подключиться и начать управление. Также присутствуют эффекты, например, радуга, когда лампа меняет цвет медленно, постепенно, также можно выставить скорость изменения цвета. В общем, друзья, вот такая вот лампа под названием Mi Pou E27. Если кто-то хочет купить, ссылка на нее будет в описании, именно тот магазин, где покупал я. Штука довольно недорогая и веселая, кому-то, думаю, очень понравится. На этом, думаю, все. Здесь особо больше нечего. Если возникли вопросы, переходите в нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании. Также напомню, впереди будет много интересных видео, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое. Ну а я благодарю вас за просмотр, до новых встреч!